Век информационных технологий все большую популярность набирают новостные ресурсы в сети. И главная задача для региональных СМИ – оставаться актуальными и востребованными, а значит, идти в ногу со временем. Участники практикума в формате открытого диалога обменялись опытом работы в интернет-пространстве и поделились секретами профессионального мастерства. Встречаясь со своими коллегами из разных регионов, можно выработать какие-то совместные концепции, какие-то совместные подходы, тем более, когда к тебе приезжают спикеры из Минска, из столицы, да, из, наверное, самого крупного информационного региона, которые смогут подсказать и, может быть, помочь обойти какие-то подводные камни для того, чтобы наиболее успешно выйти в медиапространство. На встрече обсуждались возможности, которые сегодня предлагают социальные сети в качестве инструментов для продвижения продукции средств массовой информации. Это те ресурсы, которые позволяют выжить в конкурентной среде. К ним, в частности, относится создание аккаунтов или тематических групп того или иного СМИ, что способствует расширению аудитории. Для более того, чтобы продвигать свой сайт, мы размещаем свои статьи, фоторепортажи в социальных сетях, и у сайта есть свой YouTube-канал. Ну, как бы вот эта активная работа подтягивает как бы зрителя на наш сайт. Еще одной темой встречи стали медиатренды. Региональные СМИ должны не только адаптироваться к реалиям цифрового мира, но и полноценно использовать все возможности, предлагаемые новыми технологиями. «Спутник Беларусь» сейчас каждый месяц собирает аудиторию из 6 миллионов уникальных посетителей. И мы хотим передать этот опыт и для региональной прессы, потому что мы все заинтересованы в том, чтобы наш медиарынок, он развивался и он был масштабный. Это интерес всех, кто вовлечен в него. К слову, сегодня медиахолдинг «Бобруйское житё» активно использует интернет-ресурсы для того, чтобы быть ближе к своим читателям, слушателям и телезрителям. Вот и этот сюжет вы сможете увидеть на нашем канале в YouTube. Людмила Любимцева, Максим Галеонко, Андрей Богдан, «Бобруйск 360».